Всем привет! В этом видео поговорим о том, что глава Shell заявил об острой нехватке газа в Европе. Глава британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell Ваэль Саван заявил о дефиците газа в мире. По словам гендиректора компании, несмотря на заявления политиков о переходе на чистую безуглеродную энергетику, спрос на нефть и газ США и Европе будет ежегодно расти. Без углеродной энергетики зеленая энергетика существовать не сможет. Чем больше ветропарков и солнечных электростанций будет введено в эксплуатацию, тем больше газа потребуется для того, чтобы обеспечить необходимый баланс в энергетической системе. По словам Ваэля Савана, никаких предпосылок к снижению потребности человека в газе и нефти сейчас нет и не предвидится в будущем. Аналогичной точки зрения придерживаются эксперты норвежской аналитической компании Rystad Energy, заявившие, что к 2040 году объем общемировой добычи газа в сравнении с 2021 годом вырастет на 24%, до 5 миллиардов кубометров в сутки. При этом опережающими темпами будет расти добыча в России и в странах Ближнего Востока. Прогнозируется, что общемировой спрос на газ к 2040 году вырастет на те же 24%. Рост спроса произойдет главным образом за счет азиатских государств. При этом потребление газа в Европе, по оценкам экспертов Rystad Energy, снизится к 2040 году на 43 миллиарда кубометров. Отмечу, что указанный прогноз был дан норвежцами в 2021 году, однако за один лишь минувший год потребление газа в странах ЕС снизилось на 20%, или на 80 миллиардов кубометров. На текущий год европейские политики ставят перед собой не менее амбициозную задачу по сокращению газового потребления еще на 15%, или на дополнительные 50 миллиардов кубометров. Указанная цифра возникла не случайно. Предполагается, что именно на эту величину сократится объем поставки российского газа в Европу в 2023 году. Стоит отметить, что Европа идет на резкое сокращение потребления газа вовсе не от хорошей жизни. Для нее это вынужденная мера. Европа не хочет, чтобы за счет нее обогащались американские нефтегазовые корпорации. Власти Германии, Франции и Нидерландов хотят сохранить у себя конкурентное производство и будут стремиться и дальше снижать производственные затраты крупных предприятий на получение энергии за счет перехода на уголь, дрова, атомную и гидроэнергетику.